По состоянию тротуара на Киевской регулярно поступают жалобы от встревоженных жителей. На протяжении многих лет производился только косметический ремонт. Но покрошившиеся плиты, интервальное отсутствие тротуара и его близость к дороге говорят о том, что уже давно пора привести в порядок эту полосу препятствий. Пешеходная зона будет протяженностью от пожарного депо на улице Киевская до улицы Малкова в микрорайоне Картопия-1. Мы планируем, что это будет пешеходная дорожка шириной около 3 метра с возможным разделением полосой на пешеходную и велосипедную дорожку. Она будет построена примерно в 10 метрах от проезжей части. Подготовительные работы начались уже сейчас. Для того, чтобы пешеходная зона выдержала любые погодные условия, необходимы геологические исследования. Специальной техникой взята проба грунта. В 4 опорных точках пробурены 10-метровые скважины. Берется проба грунта, отправляется в дальнейшем в лабораторию, где проводятся испытания. Затем нас подготавливается отчет. На основании этого отчета проектировщики разрабатывают проект. Реализацию самого проекта планируется начать весной 2022, а завершить к концу года, учитывая различные сложности, которые могут возникнуть. Ну, пока грунты слабые, заторфованные, то есть речная пойма, это объясняется все. Раз до 10 метров слабые грунты, значит, это сваи длинные потребуются, то есть удорожание пойдет какое-то. На проведение необходимых экспертиз и подготовку документации затрачены средства из городского бюджета. Обустройство пешеходной зоны по улице Киевской планируется провести в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Мария Кузьмина, Владимир Борчин, телеканал «Первый советский».